Амстердам – это один из мощнейших мегаполисов Европы, который населяют вместе с туристами порядка 5 миллионов человек. Постоянно проживающих здесь жителей 850 тысяч, согласно данным на 2012 год. А Амстердам можно по праву считать городом велосипедов. Дело в том, что их здесь официально зарегистрировано 4 миллиона. И основное перемещение и приоритет в дорожном движение, конечно же, отдается велосипеду. Здесь самое большое изобилие и дизайнерских велосипедов, и эксклюзивных велосипедов. Их стоимость варьируется от 10 евро до 20 тысяч евро. Велосипед здесь есть у каждого. Я очень рад, что судьба закинула нашу команду в этот удивительный город. И теперь мы сможем не просто ходить как туристы с фотоаппаратами по улицам Амстердама, но и сможем зайти в один из этих замечательных домов и дать ему новую жизнь. То есть мы теперь сможем увидеть какие-то секреты древних строителей, увидеть какие-то технологии, почерки тех мастеров, которые работали. И для себя, безусловно, подчеркнуть новый опыт. Чем уникален этот проект в Амстердаме? Тем, что этому дому не одна сотня лет. И каждый раз он как бы преподносит новые сюрпризы. Это, знаете, такая ситуация, когда вы однажды просыпаетесь, и вам ваша супруга говорит: дорогой, у нас будет сегодня мальчик. Здесь примерно та же ситуация. Еще день назад здесь была прекрасно выложена кафелем стена. Когда мы приступили к демонтажным работам и начали снимать кафель рухнул, и за ним открылось вот такое вот зрелище. Оказывается, когда-то, ориентировочно лет 100 назад, хотя по рамам я бы назвал лет 60-80 назад, здесь был небольшой дворик, и здесь был, вот такой вот окошко. Когда это увидел наш заказчик, он решил, что обязательно нужно восстановить историческую справедливость. И сказал: так и быть, мы оставим это окно здесь. Итак, это первый этаж, это Амстердам, наш проект. В этой части у нас кухня, а в этой части у нас будет небольшой дворик. У нас родилась очень интересная идея. Мы сейчас демонтируем это окно и демонтируем эту часть стены, старый фрагмент. И вот что мы сделаем. Мы в этом месте возьмем тот кирпич, который исторически находился в здании более 200-300 лет. И к этому кирпичу немножко подекорируем современный кирпич. И выложим в этом месте кирпичную стену. Причем будем ее ложить так, как ложили бы голландские мастера 230 лет назад. То есть, погуляв по Амстердаму, мы нашли ту историческую кладку, которая ложилась в 1680-х, 1700-х, 1800-х годах. И восстановим именно эту кирпичную кладочку и восстановим именно эту жаконную раму. Ее нет смысла реставрировать, потому что она в ужасном состоянии. Поэтому мы приступим немедленно к ее демонтажу. Вот. А после ее демонтажа воссоздадим ее в таком же виде, как она была. Я думаю, будет обалденная вещь, когда кто-то, выйдя из кухни, окажется в таком небольшом голландском дворике. Тут небольшая квадратура, порядка 8 квадратных метров, но для голландца 8 квадратных метров внутренний двор – это большая роскошь. Так, приступим. Далеко не все чудеса, которые подстерегали нас на первом этаже этого здания. Как только мы подошли к легкому демонтажу стены, нам показалось, что она в каком-то этапе неровная. Буквально немножко поработав перфоратором, она рухнула полностью. Здесь можно видеть фрагмент ушедшей стены. И здесь мы чуть было не зашли к соседям в гости. Дело в том, что вот это уже наши соседи. И мне легкий удар перфоратором, и мы можем заходить в гости на чаепитие. Даже можно сэкономить на кофе. В этой ситуации нам придется аккуратненько, без перфорирования, снять фрагмент этой стены, выложить новую. Но и это не самое страшное. Дело в том, что над моей головой терраса. И данная терраса держится только на этих домкратах. И дело в том, что эта терраса, моменты соединения террасы, они лежали на полупрогнивших балках или на рухнувшей стене. И сейчас она, опять же, держится на все той же замечательной голландской магии. То есть я стою и думаю, ну и как же она держится?
вопросов пока не нахожу. Но надо двигаться довольно быстро, пока вопросы не застанут меня врасплох. Сейчас несколько минуток уделим нашей кладке. Значит, это у нас первый этаж. И здесь я вам хотел бы, пока не заложил его, показать разрез нашего нового строения, которое мы построили внутри. То есть это такой маленький дом внутри большого дома. Балку обязательно обворачиваем специальным материалом, который не даст ей контакта с растворами, и, соответственно, она прослужит в разы дольше. Поскольку при контакте с щелочными растворами она начинает более быстрый процесс распада. Сверху на нем мы набиваем вот такую вагоночку, которую предварительно декоративно обработали. Наверх вагонки мы видим еще 10-сантиметровый пирожок. Он состоит из пленки 160 микро, очень плотная пленочка. И на ней идет брус 7 сантиметров на брус ОСБ 18 миллиметров. У меня за спиной находится один из известнейших кофешопов Амстердама. И вот тут я поспорю, чьи запахи приятнее, мои или их. Дело в том, что когда горит смола, вот при таком близком отношении к моему носу, это такое обалденное действие, то есть такой незабываемый, я сказал бы, аромат. Он также увлекает как наркотики. И здесь я себя чувствую так, как будто бы эта доска историческая действительно должна находиться здесь, и как будто бы сам дом берет мою руку и направляет ее по структуре дерева и говорит: вот тут схватит, а тут сделай еще вот такой резец. И еще немножечко, и еще чуть-чуть, и... Ну разве не Пикассо, и разве это не произведение искусства, а? Ну вот мы и приступили наконец-то к доводке балок для нашего потолка Рубинса. Вот, и какие особенности этих балок, скажем, от других? Ну тут довольно все просто. Мы берем обычную стандартную балку. Балка у нас, Юра, помогает. Сколько на сколько? 20 на 7. То есть 20 на 7. Вообще-то неплохо бы было бы, конечно, балочку 20 на 100, ну, 20 на 10 сантиметров. Но дело в том, что у нас очень ограниченное помещение. Она 1,80 м на сколько? 1,80 м на 2,40 м. Вот, поэтому если мы поставим такие мощные балки, то сработает резонанс. То есть они будут смотреться не лучше, а хуже дизайнерски. Значит, что мы делаем? Юрий нам продемонстрирует. Вот наша балочка. И мы делаем такие запилочки. Для чего? Для того, чтобы у нас потом сюда пошел декоративный брус. Делается очень просто. Мы центруем в зависимости от помещения. То есть Юра придумал такой вариант, что мы разбиваем середину помещения, и от середины помещения идем налево и направо. Да. И таким образом мы высчитываем количество, но нам надо выдержать шаг, чтобы он был не меньше 40 сантиметров, не больше 50. То есть в этих объемах надо лавировать. Дальше идет декорирование. Как делается декорирование, мы уже показывали, да? Да. И мы сюда вот втыкаем балочку, и у нас вот дизайнерский элемент, вид снизу, будет готов. А как они будут делать сверху, мы покажем об этом чуть позже, расскажем. У нас такая ситуация: для того, чтобы получить оригинальный потолок, то балки, которые 200 на 100, должны быть строго по 50 сантиметров. Балки, которые между ними, строго по 40 сантиметров. Но в каждом конкретном случае, это и подтверждают те варианты фасадов, которые мы видели в Амстердаме, они делали следующим образом. Как правило, брался центр помещения, и от него балки центровались в ту и другую сторону именно по этим размерам. То есть они не шли от края стены, а шли именно от центра. Тогда в любом помещении у вас действительно сойдется этот норматив, и вы сделаете оригинальный потолок. В данный момент мы приступаем к набивке, обрешетке потолка. Помимо того, что она носит функции дизайнерские, то есть эстетические, этот потолок обладает всем набором функциональных качеств. Здесь мы можем видеть, что мы делали по периметру утепление. Все балочки у нас гидроизолированы для того, чтобы они отстояли так же, как оригинальные сейчас, более 200 лет. То есть мы их как бы защищаем от раствора, от кирпичной кладки, от всего остального. Набиваем доску. На этом потолке мы по диагонали. То есть этот
не свойственная потолку Рубенса, но мы просто хотим помоделировать и сделать что-то свое, какой-то свой вариант внести. То есть традиционный потолок, он набивается вертикально, мы набиваем по горизонтали. Посмотрим, что из этого получится. Декорированный, а с другой простой. То есть мы берем обычную дюймовую досочку и старим ее, и придаем ей такой волшебно-медовый цвет. Вставляем ее вниз, отшиваем. С этой стороны у нас она будет отличная дюймовая доска. И сейчас, после того, как мы ее уложили, мы положим пароизоляционную пленку. Да. В этом варианте потолка, а вернее перекрытия, очень важную роль играет пароизоляция. Дело в том, что у нас внизу декоративные дюймовые досочки. И они со временем могут высыхать, и между ними будут образовываться определенные щели. Вариант первый неприятный, это когда вата начнет со временем расслаиваться, и она будет просто сыпаться вам на пол, на мебель, на кухню. И второй вариант, надо изолировать встречу холодных и теплых потоков, потому что они неминуемо приведут к конденсату. Он нам не нужен. Для этого мы делаем пароизоляцию. Пароизоляция у нас играет 300-микронная пленка. В своем классе она считается самой крепкой. Их единственная функция — это дать нам возможность утеплить террасу как следует. То есть, учитывая то, что Голландия находится в умеренном климате, здесь не требуется такое утепление, как на российской территории или в Балтии. Поэтому здесь вполне хватает 7 сантиметров. Мы ставим здесь 7-сантиметровую вату, пароизоляционная пленка, для того, чтобы не образовывался конденсат внизу. И здесь мы можем видеть раздвижечку 50 сантиметров. Сверху у нас пойдет 18-миллиметровая панель ОСБ. Ставим 7 сантиметров тепловую изоляцию. Это ватоизолер. Она ложится вровень с лагами. И вот теперь, после того, как у нас изоляция будет проложена, мы сверху положим панель ОСБ. Теперь осталось все это покрыть ОСБ и завести необходимые коммуникации, такие как вентиляция, которая будет у нас находиться в вытяжке. И мы приступим к монтажу бокового барьера и ограждений. Чем интересен Амстердам, например, своей необычностью? Вот у нас сейчас, допустим, обычный обед, и мы объединились с ребятами из соседней бригады. И вот мы таким образом обедаем с испанцами. Вот они демонстрируют, как они это делают. Эй, вали, 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 Good? Ja. Вообще, его Это марта, то есть у испанцев довольно нормально, если во время обеда выпить бутылочку вина там, или кружечку пива, во время рабочего, конечно же, обеда, вполне приветствуется. И они делают параллельный дом, и время от времени мы устраиваем такие небольшие пати, где мы не только кушаем, но еще общаемся, делимся опытом.
интересуемся, как в их странах это происходит, как в наших. Мы им показываем свои технологии, они свои. И это все есть на самом деле бесценный опыт. Приглашаем друг друга в гости, кстати. Хвастаемся своими достижениями и жалуемся друг другу на какие-то ошибки, которые были допущены в предыдущих их проектах и наших. Вот такое оно крепкое строительное братство. Не мешает нам даже тоже тот факт, что мы не владеем испанским, а они не понимают по-латышски или русски. Вполне общаемся и друг друга понимаем на языке жестов. Строители друг друга поймут в любой стране. Я так не умею. Эй! Ты морду почисти. Слышь, я так не умею. А я зато умею. Ай-яй-яй. Я уже научилась. Нам вполне не мешает то, что мы говорим практически на трех языках, а в одной компании не понимая друг друга. Изабелла? Монастырская изба. Сорт винограда. Вино испанёл. Испанёл вино? Виноград какой-то. Ну, как он транслейтер, да. Красный виноград, как бы да. А что с мамоном опять? Я думаю, что если бы мы это делали, допустим, где-нибудь в Москве или в Латвии, это довольно наказуемое деяние во время рабочего дня. Здесь это в процессе нормы, но не будем забывать, что мы и выходные проводим иногда на строительной площадке, поэтому для нас это совмещение выходного, а вместе с работой. Ну, немножко расскажу про финальную часть гидроизоляции нашей террасы. Итак, гидроизоляцию мы используем техномиколь, двухслойную. Первый слой мы уже закатали. Далее мы делаем бортик. Бортик у нас выглядит таким образом. Он из бетона. Он у нас застыл. А в этом моменте очень важно, чтобы он высох. Цементу для такой толщины хватает порядка 4-3 дней. Поэтому эта терраса стояла неделю, когда цвет цемента стал светло-серым. Это значит, он готов, дозрел. После этого мы взяли очень хорошую мастику. Сложно сказать, что это. Мы взяли литр, попробовали ее. Действительно хороший продукт, очень качественный. Продемонстрирую ее. Обмазочная мастика. Мы обмазали весь периметр, как вы видите, и обмазали все швы примыкания. И вот теперь после этого мы наплавим сюда отбойную часть, то есть вот эту часть и эту часть. И это будет закончен первый слой гидроизоляции. Дальше, по моему мнению, очень важно, чтобы были закончены фасадные работы и работы по террасам. То есть мы доложим кирпичную кладочку, которую сейчас получается так, что у нас одно за другое цепляется. То есть я сейчас не могу доложить ребро будущих перил, потому что мы сейчас поставим здесь леса, она нам будет мешаться. Мы сделаем фасад. После того, как мы делаем фасад, я докладываю ребро, и тогда нам будет понятно с высотами, где у нас будет заканчиваться дверь входная, где у нас будет ребро балкончика. И после этих работ я планирую делать верхний гидроизоляционный слой напаять, потому что он является финальным, и он как элемент декора. То есть, если у нас будут фасадные работы и еще кладка, мы можем просто его испачкать, попортить. К тому же, когда у нас будет первый нижний слой находиться под осадками порядка 2 недель, и он не будет протекать, это будет, значит, говорить о том, что работы были сделаны качественно, и верхний слой защитит его дополнительно, и таким образом мы будем уверены, что с террасой ничего не случится долгие годы. Потому что если пострадает верхний слой, нижний аварийный его 100% удержит. Я имею в виду осадочную влагу и также талые снега и прочие вещи, которые угрожают проникновению влаги в дом.
Thank you.